О важности любви в исламе наш избранный пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит Умару в известном и достоверном хадисе: «Не уверует из вас никто, пока я не буду для него любимей, чем его собственная душа, его имущество и дети». И когда Умар сказал ему: «Я люблю тебя больше, чем все остальное», пророк ответил: «Теперь ты уверовал, о Умар». Это касалось Умара. Какой же наш удел из этого хадиса? Если ты хочешь узнать свой удел из этого хадиса, вернись к самому себе. Если ты практикуешь сунну пророка, да благословит его Аллах и приветствует, то ты любишь ее. Если же ты не любишь сунну и противоречишь ей, то тебе надо исправиться и взять отчет самого себя.